Клиника флебологии и лазерной медицины в Шымкенте налаживает профессиональные контакты. В третий город-мегаполис страны приехали представители Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии из Москвы. В Казахстане зарубежные специалисты впервые. Руководство шымкентской клиники подписало с российскими специалистами меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Так, поздравляю, спасибо большое. В составе нашего центра имеется Институт высшего последипломного образования с высокотехнологичным симуляционным центром, что в полной мере соответствует международным стандартам подготовки врачебных кадров, дабы общаться в этом плане, готовить кадры высококвалифицированные, повышать квалификацию дальше, организовывать работу врачебно-сестринских бригад, обучать их вместе. Клиника работает, как мы посмотрели, и в общем восхищены ее уровнем в оборудовании, кадры, которые сюда приезжают, в том числе консультируют. Подготовка кадров – это очень важный аспект. Сейчас нельзя не учиться постоянно, не повышать свою квалификацию. Это первый раз у меня в Казахстане, в Шымкенте. Видели мы городскую больницу, достаточно высокий уровень, хорошая клиника. Завтра у нас будет серия мастер-классов в клинике, где мы сможем посмотреть уже все это в работе, операционное отделение. Эта клиника очень приятное впечатление производит, на высоком уровне все работает. Московский федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии проводит лечение и реабилитацию сложнейшей категории пациентов. Это люди с тяжелыми повреждениями головного мозга, длительно пребывающие на искусственной вентиляции легких и имеющие нарушения сознания. Специалисты уверены, каждый пациент достоин шанса на полноценную жизнь. Обучиться у профессионалов в области реабилитации теперь смогут и шымкентские доктора. Мы в процессе работы с нашей клиники также столкнулись с такими пациентами, которым нужна хорошая реабилитация, чтобы вернуть их в социум. Такие пациенты просто приходили к нам, ну, не совсем, конечно, по нашему профилю, но мы тоже старались как-то им помочь. И столкнулись с той ситуацией, что, в принципе, у нас сегодня в городе большая проблема именно с качественной реабилитацией. И поэтому мы пригласили наших коллег из Москвы, чтобы они могли поделиться опытом. В Шымкенте российские специалисты пробудут несколько дней, в течение которых проведут ряд мастер-классов для врачей медицинских учреждений города.